Итак, всем подписчикам привет. Напишите в комментариях, как вам лучше видео, по несколько видео в неделю, или буду смотреть по просмотрам, в неделю по два видео выпускать. Ну, сегодня у нас понедельник, день тяжелый был. Как и обещал, будем доработку делать, модернизацию нашего манипулятора Урала. В общем, суть в чем? Здесь, в принципе, длина нормальна, как видим, по корпусу она встает. Но мы будем делать вот эту часть удлинять. И вот эта часть, чтобы у нас складывалась как на настоящем. Картиночку вставлю, как я хочу сделать. Здесь, если у нас получится, бак, скорее всего, придется обрезать. Сюда ставить. Сейчас покажу. Вот такие у нас будут стоять гидроцилиндры. Вот так они будут у нас выдвигаться, вставать. Вот так туда убираться. Считай, в принципе, вот так тут даже, если по высоте, она в самый раз. Здесь вот так планочка будет. Сюда трубку. И сделаем вот так тут, чтобы он наставал на кронштейны. Чтобы не опрокидывался. Так что, кому интересно, что будет, следите за каналом, подписывайтесь, комментируйте. Ну, а мы начинаем, как говорится, модернизацию нашего манипулятора. Итак, ребят, не судите строго. Пытаюсь сделать как на картинке. Размеры беру из головы. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Давайте советы. Интересно послушать чужое мнение. Как что получилось. Стараюсь, как говорится, не на выставку, а делаю для себя. Так что, кому нравится, ставим пальцы кверху, пишем комментарии. Итак, ребят, на сегодня что у нас получилось? Вот так у нас осталось сделать здесь кронштейн. Не успели сегодня. В общем, теперь у нас он вот так вот полноценно раздвигается. Напишите в комментариях, как получилось, копийно, нет. Теперь вот так вот. Здесь осталось сделать кронштейн под щипцы. Здесь я перепялинку такую. И пойдем здесь дорабатывать. Как помним, стоечки будем делать. Так что такие дела, ребят. Напишите в комментариях, как получилось. Вот такие кронштейны. Делал, правда, наугад. Ну, вроде как получилось. Здесь можно, конечно, сделать, чтобы она побольше была, выдвигалась. Вот так тут. Но по этим, по-настоящему посмотрел, они вот так тут. Теперь у нас хватает его. Загрузить можно в заднюю тележку. Завтра продолжу, если время будет, доделывать все. Так что подписывайтесь на канал, следите за каналом, пишите комментарии, как получился. Ну, всем до новых встреч!